сценарий, который мне вот предложили, там, роль одну сыграть. Проститутка. Проститутка. Которая в туалете там, со своим этим охранником. Вот, уважаемые кастинг-директора, скажите, пожалуйста, а можно как-нибудь поменять формат ролей, которые, на которые вы меня видите? Я немножечко не чувствую себя органично в ролях женщин. Женщины свободных нравов, свободных взглядов. Взглядов? Нет, у меня свободные взгляды, но... Ну кто это вообще придумал, что артист должен играть все? Ты хочешь что-то сказать? И еще, кстати, мне кажется, что в таком свете и в таком виде я выгляжу как-то самая проститутка.